вже рахує секунди до свого виходу на сцену. Опинитися тут, на X-Factor'і, 17-річна студентка хотіла понад усе. Та виявилося, лише її бажання замало. Мені радіть, ти не поїдеш, тебе там зачоти не стануть. Просто я не дуже хорошо вчусь. Вот. І мені хотіли не відпускати. Просто семестр, нікуди ти не поїдеш, все, сидіть зі своїми зачотами. У мене така паніка, розстройство. Та дівчинка, яка навіть у снах бачила, як співає у світлі софітів, від свого не відступила. Занурилася у книжки і сумлінно взялася гризти граніт науки. Пішла, здала за день 6 зачетів, і мене відпустили. Говорить, мама, давай поговоримо, у тебе вже була мечта. Я говорю, ну у всіх є мечта, от це моя мечта. И нам ничего не остается делать. И все бабушки, и все дедушки, они все разоружены просто этой мечтой. И идем за этой мечтой всей семьей теперь. Здрасте! Проходите, будем знакомиться. А можно вас обнять? Обнять? Да. Давай пообнимаемся. Уже не зря приехала. Да, зря. Не расслабляйся. Хорошо. Хорошо? Давай, вот туда. Там нужен. Здравствуйте, Полина. Здрасте. Как дела? Отлично. Я не знаю, я выросла на вашей музыке, вы такая крутая. Я? Ты старая, очевидно, раз вы на ней выросли. Ну, я ж молодая, так что не старая, молодая. Ну, спасибо. Полина. У вас 4 нет. Полин, спасибо большое, очень приятно. Скажи, пожалуйста, что ты будешь петь? Miley Cyrus, The Climb. Ми готові. Окей. Okay. Зараз побачимо, що виросло на дубцові. Здорово.
что такая расстроенная, Полин? Я плохо спела. Подожди, зайчик, подожди. Ну я тебе хочу сказать, что ты прекрасно пела. Обалденный тембр, очень прикольный, очень спасибо. Такой самобытный, я бы даже сказала. И он такой немножко детский не потому, что ты молодая, а потому что тебе 17 лет, а потому что у тебя в принципе такой. Это есть baby face, а есть baby voice такой. Я думаю, что зал со мной согласен. Я не знаю, как мои коллеги что скажут, но я тебе говорю «да». Я думаю, що це цікаво. Серега, действительно. Полин, ти хочеш сказати? Ну давай. Вы оба, Сережа. Сережа, извини, пожалуйста, я перебил. Да нет, Сергей, я прошу прощения. Очень интересный голос и очень хорошая техника и очень хорошо поставлен голос. То есть видно, что вы занимаетесь вокалом. Не занимаюсь. Это очевидно. То есть есть приемы вокальные, особые приемы, которые знают вокалисты, и вы их используете. Нет, она слушает, Сереж, просто я тоже так в детстве делала. Слушает вот. И снимает, правильно же? Значит, очень хороший слух, хорошее ухо и хорошие мозги, что вы можете это воспринять и как-то копировать, да, учиться технике по записям. Голос интересный, но на любителя. Не могу сказать, что нравится он мне или нет, он своеобычный. Да. И у вас есть некая загадка, тайна, которую я люблю разгадывать, да, Серега? Мы же с тобой любим разгадывать тайны и загадки. Сергей, что я хочу... Я хочу. Так, это близость последний раз был. Суседов. Серега, ты не согласен, что ли, со мной? Я не пойму, что ты ерепенишься? Ну, скажи, плохо пела. Серега, ты что, не можешь просто сказать да или нет? Ну, зачем это все так долго говорить? Нет, я могу сказать да, пожалуйста. Бедная девочка, ее уже за мной еле дал. Так, у тебя уже есть три так. Серега, хочешь говори, хочешь молчи. Вот ты дождался, достукался. Скорее давай, Серега. Мое мнение в этом случае ничего не решает. Вот. Я не понимаю, почему по-прежнему такой несчастный выражается. Ты проходишь, у тебя три да. Что бы я ни сказал, да или нет. Ты налякав дівчину. Ну ты молодец, гномик. Ой, мама рыдала, все рыдают. Все в восторге. Теперь можно со спокойной совестью ехать домой. Без меня не выгонят. И папа, и все братики, и сестрички, и бабушки, и дедушки, все будут рады.